Вы должны время, деньги больше выбрать для себя. Если вы не начинаете это делать, вы будете просто обратно попасть в это суета, водоворот, у вас мозг не успевает думать. Я повторяю, вы не успеваете думать, поэтому ваша задача сейчас над собой больше работать. Вот это год, давайте этот год заладим, можно сказать, наладим фундаменты и закрепляем железобетонными. Уловили? Поэтому этот год мы начнем больше работать над собой. Кто меня понял? Над собой. Вы не переживайте за результаты бизнеса. Я больше беспокоюсь о вашем мозге, чем о вашем бизнесе и деньгах. Потому что ваши мозги стоят больше капитал, чем ваши, все ваши обороты в бизнесе. Все то, что у вас в голове находится, она является самой дорогой актив. И о нем надо больше всех заботиться. Когда сейчас у вас формируется ваше сознание правильно, и ведь эти деньги, которые у вас в компании есть, вы их сделаете всего за один год больше, чем за всю вашу жизнь. Я повторяю, вы за один год вы будете зарабатывать больше, чем за всю вашу жизнь. И вам надо это понять. Поэтому, когда вы начинаете бросаться на это, можно сказать, суету и на этот водоворот, это постоянная операционка, вы не растете. Вам на самом деле кажется, что как будто тот важнее. На самом деле не так. Вы один раз должны в голове пройти маршрут, это путь многократно, чтобы ваш мозг это видел ясно и понятно, и не паниковал, и эмоционально пережил это. Через эмпатию, то есть он пережил его все полностью через себя, а потом этого он копирует, поставляет, вот она, поставляет его потом. Когда я людям говорю, иди учись, именно это я понимаю, почему это важная вещь. Они это не видят. Они думают, что вот если много работают, больше будут результата. Разве не видите, что на улице люди иногда 30 лет, 40 лет, 50 лет работают, еле себя обеспечивают? Разве вы это не видите? А вы знаете почему? Потому что у них времени нету думать. Они устают, вечером приходят домой и просто ложатся спать. Утром встают, опять на работу. Над собой работай больше, чем над своим бизнесом. За один год. Вот увидите, просто это напишите себе где-нибудь эту фразу и потом проверьте, давлат вам правду сказал или нет. За один год наступит момент, когда ты будешь зарабатывать больше, чем за всю твою жизнь. И ты это потом поймешь, насколько это был важнейший поворот твоей судьбы. Это самый важный день твоей жизни. И этот день наступит. Но проблема в том, что мы думаем, что если я туда не пойду, что-то нет, откуда будут деньги? Нет, успокойся, твой капитал вот он здесь. Он должен созревать. Созревать. Он должен созревать. И тогда он начинает видеть, как эффективно делать, как меньше ошибками делать, как структуру создать, как систему создать. Он начинает понимать абсолютно по-другому. Он выбирает те стратегии, которые, знаете, раньше, вот потом назад смотришь, ты думаешь, как я мог так делать? Я назад смотрю на 10 лет назад, в 2009-2010 годах, или 11 годах, смешно, думаю, блин, как я мог так делать? Потому что не было такой мозги, как сегодня. И поэтому пытаюсь это все довести до вас.